За последнюю неделю на курских водоемах утонули 6 человек. Все они употребляли спиртное на пляжах. Об этом сообщили сотрудники МЧС во время очередного рейда. ЧП на отдыхе происходят с пугающим постоянством. Несмотря на жесткие санкции, к любителям выпить и искупаться на необорудованных пляжах статистика неутешительна. Необдуманное поведение уже привело почти к 50 смертей. Подробнее об очередном рейде спасателей Юлия Белякова. Уже 47 человек погибло на воде. Вот в чем работа. 47. Возмущение спасателей понятно. Пляж не оборудован, а куряне все равно купаются. Некоторые еще и выпивают. Алкоголь, вода, труп. Алкоголь, вода, труп. К убеждениям отдыхающие прислушались. В противном случае особо строптивых ждал бы штраф до 1000 рублей. И перспектива оказаться в ближайшем отделе полиции. У этих жестких мер благая цель – уберечь народ от гибели. Большинство утонувших у нас получается в состоянии алкогольного опьянения. Люди принимают на грудь, как бы чувствуют уверенность в себе, на спорт плывут куда-то и пополняют собой печальную статистику. Едем дальше. Маршрут от Суворовского пляжа вверх по течению. Проверить предстоит еще около 10 километров береговой линии. На будущее не вздумайте даже здесь на реке плавать. Хорошо? А юные рыбаки нарушили правила поведения на воде сразу в двух случаях. На двухместной лодке втроем, еще и без жилетов. Значит, пока на первый раз это вам замечание. Ага. Просто вы должны понимать все-таки. Вы, это же вода, вы поймите. Поняли. Правильно, да? Поняли. Поэтому спасательные жилеты должны быть на каждого из вас. Остальным отдыхающим раздали листовки с правилами поведения на воде. Повторения тут лишним не будет, уверены спасатели. Особенно важно еще раз напомнить родителям, чтобы не спускали глаз детей, если они зашли в воду. И уж тем более не отпускали их одних на пляж. В этом сезоне было спасено 5 человек. Значит, было это 2 ребенка, которые пришли купаться вот, без взрослых, без сопровождения. Вода не прощает безответственности, а потому, говорят спасатели, легкомыслие вместе с вещами нужно оставлять на берегу. Юлия Белякова при содействии пресс-службы МЧС России по Курской области.